Дорогие друзья, вся Россия молится. До сих пор пока толком ничего не ясно. Единственное, что мы можем вам рассказать о том, что этой ночью в Оренбурге, после концерта, возвращаясь в гостиницу, в страшный ДТП попал известный российский певец и музыкант Валерий Сюткин. Сообщает о том, что водитель погиб на месте. Но они на большой скорости врезались в автобусную остановку. Валерий Сюткин сейчас находится в больнице, а его состояние пока никто не знает. Действительно ли это все правда, друзья? Либо есть еще какие-то подробности, которые от нас скрывают? Мы не знаем, но уже завтра на утром с удовольствием расскажем вам более подробный обо всей этой трагедии. Давайте поддержим Валерия Сюткина, будем надеяться только на хорошие новости. Оставайтесь с нами на нашем YouTube-канале и смотрите наши выпуски. Подписывайтесь на наш канал и не переключайтесь, друзья.